Да, Клара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Они у меня на мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Не двигайся, они тебя заметят. Жди. Пошла. Стой, подожди, еще не время. Давай. Стой, подожди. Лара, все в порядке. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я ей все устану! Вставайся! Случилось? Она сдохла? Не знаю, не вижу. Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Вытащу и вернусь. Даю слово. Свобода.
Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место, но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе за Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, платье своим! Прости меня! Посмотри в меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Thank you.
Успокойся ты! И молись, чтобы быстро убили. Боже! Нет! Это ужасно! Нечестивцы подожгут это дерьмо! Что за звук? Ну-ка, посмотрим. Thank you.
Похоже, начало 18. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Что это? Постой, я взгляну. Склоняются пред тобой. Голосом мы славим тебя. Сердцем мы почитаем тебя. Идем мы связаны с тобой. Ты наше солнце. Ты наш свет. Ты обещаешь нам рассвет. Своих... Помогите мне! Тут на службе. Чертов идиот. Клетка — это уже перебор. Слово? На помощь! Вот дрянь! Ну вот ты и оторвала, Лара. Как ты сюда пробралась? Мне помогли.
Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Прыжок! Проклятье! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе Солнца. Императрица Солнца, владычица Е... А ты... Держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Прыгай. Мы не будем раскачивать. Так, что теперь? Второй противовес. Он закреплен вон там. Я тебя держу. Да. Спасибо, Иона. Очень вовремя. О, черт, у нас проблема. Хватайтесь за что-нибудь. О, он из потока уходит. Посмотри внимательно. Внизу вообще нет никакого пола. Надо выбираться. Черт, так не годится. Лара, только осторожно. Смотрите, боже. Сейчас вся гора порвется. Сейчас упадем! Скорее, Лара! Что бы ты ни делала, давай быстрее! Лара, вытащи! Вытащи нас! Смотрите, в той стороне дневной свет. Вдруг это выход? Если раскачаем клетку, можем туда прыгнуть! Ладно, давайте попробуем раскачать! Начали! Thank you.
Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Беги! В тронный зал! Лара! Лара! Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Thank you.
все! Найдите избранную, а это моя! Теперь не спрячешься! Я сейчас по земле раскатаю!